Поезд номер 374 с сообщением Симферополь-Смоленск отправился в свой первый рейс 23 октября в 10 часов 10 минут. В Смоленск поезд прибудет 25 октября в 13 часов 8 минут. Таким образом, время в пути составит без малого 2 дня и 4 часа. Благодаря поезду Симферополь-Смоленск железнодорожное сообщение с Крымом получат Липецк, Елец, Орел, Брянск, Смоленск. Поезд будет курсировать круглогодично по датам, указанным в описании.